Веселимся. Приятно было познакомиться. Ляг, отдохни. Что тут у нас? Джентльмен и монстры. Oh!
Ляг, отдохни. Приятно было познакомиться. Надеюсь, оно того стоило. Отдохни.
еще пригодится. Разберемся поскорее. Джентльмен и монстры. Thank you.
Здорово! Посмотрим. Джентльмен и монстры.
Не счесть алмазов в каменных пещерах. Здорово! Еще пригодится. Все самое лучшее.
меня найдется все, что нужно. Ты серьезно помог нам и заслужил небольшую прибавку. Держи эти монеты. Новое поступление! Низкие цены! Отличное качество! Уж мне-то можно верить! Спасибо. Приходи еще. Ого! Беги, глупец! Thank you.
Это еще что? Не счесть алмазов в каменных пещерах. Он у тебя? А ты как думаешь? Я чувствую в тебе великую магию. Или это ты, или... Он ведь у тебя? Да, камень у меня. Прекрасно! Но вот еще что. Дарфа говорит, что она слышала, как путники из Абуридана рассказывали, будто второй рунный камень, эльфийский, видели в Хатмандоре. Так значит, искать его надо там? Верно, человек. Но будь осторожен. Об этом знают многие, и многие отправятся на его поиски. Вернусь, когда найду его. Удачи! Ты жив, это хорошо. Много же времени у тебя ушло на то, чтобы проникнуть в башню. Все оказалось не так просто. Путь к башне был сложнее, чем я ожидал. Ясно. Итак, ты что-нибудь нашел? Или попусту потратил время? Я нашел дневник Гандахара. Но записи в нем либо зашифрованы, либо написаны на неизвестном языке. Дай сюда. Кем ты себя возомнил? Даже не пытайся это прочесть. Не думал, что это так страшно. Да, страшно. Отдай это мне. Идем в мою комнату. Не счесть алмазов в каменных пещерах.
Выходит, ты еще жив? Нашел что-нибудь интересное? Конечно. Дневник Гандахара. Правда? Его защищала Верита. Кассари такого и привидеться не могло. Похоже, ты славно потрудился. Еще бы. Ты сомневалась? Нет. Слушай, красотка, я бы с удовольствием с тобой подольше поболтал, но мне пора на задание. Иди, потом поговорим. До встречи. Скоро вернусь, красотка. Как любопытно. О чем ты? Оказывается, Гандахар разработал абсолютно новый вид магии. Он собрал приемы различных школ и учений. Некоторые я узнаю, а другие он, похоже, сильно изменил. Он вносит изменения? Небольшие. В простые формулы и приемы. Даже в слова. Похоже, он хочет превратить простую магию противостояния в нечто более мощное. Правда, насколько я могу судить, пока что у него ничего не вышло. Ты знаешь, почему? Точно нет. Здесь говорится о каком-то происшествии в Новом Ашосе. Кажется, он им доволен. Значит, ему все удалось? Как знать. Немногие в Анталоре способны делать столь смелые заявления. Маги университета в Новом Ашосе? Возможно, это наш последний шанс. Ты должен отправиться туда и разыскать того, кто знает об эксперименте и о Гандахаре. Надо выяснить, над чем он работал и чего добился. Я могу воспользоваться порталом? Почему бы нет? Туда ведет только один путь. До встречи. Я могу воспользоваться порталом? Почему бы нет? До встречи. Что тут у нас? Полегче, приятель. Ты мне чуть шею не сломал. Извини. Да шучу я, шучу. Не бери в голову. Ты ведь не местный, а? Приехал учиться? Да нет. На самом деле мне надо найти одного студента. Правда, бывшего. Он учился в университете лет 20 назад. Ну, в этом я тебе не помощник. Ну, разве что кто из старших профессоров вспомнит то время. О, да, кстати, меня зовут Дэвид. Рад познакомиться. Значит, мне надо поговорить с этими профессорами. Даже и не пытайся, если ты сам не профессор, ну или хотя бы студент. Однако и тогда подойти к ним можно только в присутственные часы. А это не так-то просто. Наверняка найдется способ. Может и найдется. Может даже я сам смогу помочь. Я ведь студент университета Венефикуса и могу отвезти тебя к нужному человеку. Только не сию секунду, мне тут кое-что нужно сделать. Если кто-нибудь поможет, управлюсь быстрее. Ладно, какая помощь тебе нужна? Тут одна небольшая вещь. Понимаешь, мне надо забрать один сверток. Это недалеко, прямо за углом. Если ты мне его принесешь, я с радостью тебе помогу. Без проблем. Жди.
Дэвид? Да вроде нет. Здесь должен быть некий сверток. Я пришел за ним. Был один. Только я его себе забрал. А ты ни хрена не получишь. Это еще что за шутки? Твой дружок мне задолжал. Так что я придержу его барахло, пока он 500 монет не выложит, так и передай. А будет плакать, погладь его по головке. Предлагаю решение. Ты мне отдаешь сверток, а я отпускаю тебя живым. Это ты живым не уйдешь, тварь! Скучали? Здорово! Привет еще раз. Принес мой сверток? Держи. Ой, спасибо, друг. Я так благодарен. Кстати, тут один человек охотится за этим свертком. Он уверен, что ты ему задолжал, а потому намеревался прибрать этот сверток к рукам. О, вот холера. Я уж подумал, что ты мог наткнуться на... Я знаю, из-за чего сыр-бор. Понимаешь, этот человек разок кое-что у меня купил. Ладно, неважно. К делу. У тебя есть что мне рассказать? Конечно. Сам-то я не особо дружу с нужными тебе профессорами, но знаю их любимчиков, девушку и парня. Парня зовут Сариус, девчонку Энджи. Поговори с ними, они наверняка откроют для тебя нужные двери. Просто скажи им, что тебя Дэвид прислал. Ладно, Дэвид. Спасибо. Увидимся. Я буду на рынке. Кажется, новые лодки завезли. Прекрасные такие лодочки. Ты наемник? А что, так заметно? Просто ты выглядишь немного растерянно. Да и на мага не похож. Не знал, что магу обязательно носить балахон. Прости, не хотел тебя обидеть, я просто хотел сказать, что никогда раньше тебя в университете не видел. Меня зовут Тайлинь. Ты здесь учишься? Учился. А теперь? Меня исключили. Из-за отсутствия способности к магии. Ты поступил в Венефикус, но не умеешь использовать магию? Да, звучит странно.
Но тем, кто не учился в университете, на острове особо нечем заниматься. Я просто хотел, чтобы мать мною гордилась. Сейчас я даже домой поехать не могу. Слушай, может быть, это довольно унизительно, но это не значит, что ты не можешь вернуться домой. Уверен, твоя мать все поймет. Думаешь, мне нужен наемник, потому что я хочу получить мудрый совет? Я здесь потому, что моя мать заперта в собственном доме из-за проклятых чудовищ. А... Она разводила их для охраны сада от студентов-алхимиков, постоянно ворующих растения. А теперь чудища отбились от рук. Денег у нас нет, но у меня есть заколдованные предметы, необходимые для учебы. Я отплачу тебе за помощь. Хорошо, договорились. Спасибо. Вот адрес. Я бы пошел с тобой, но в бою от меня мало толку. Понятно. Вернусь, когда все будет готово. Подожду тебя здесь. Что это? Лучше разберемся поскорее. А, очередной смельчак, заходи. Прости, а ты кто? Ты здесь живешь? Нет, нет, нет. Я просто предоставляю замечательную возможность сразиться с чудовищами в этом саду. Так значит, это не твой дом и не твой сад. Ты здесь не живешь, но хочешь взять с меня деньги за возможность сразиться с чудовищами? Именно. Ты умнее, чем кажешься. А силен ли ты? Меня наняли хозяева этого дома, чтобы разобраться с проблемой. Уходи. Я не буду тебе мешать. Но истинный солдат удачи от моего предложения не откажется. Я дам в награду 2000 монет тому, кто уничтожит всех чудовищ в этом саду прежде, чем истечет время. В
чем подвох? Никакого подвоха. Надо только заплатить 10 монет за вход. Многие пытались, но ты-то точно справишься, я не сомневаюсь. Вот монеты. Не привыкай к ним. Отлично. Я открою ворота в сад.